Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В начале осени 1964 года в одном из районных судов Ленинграда произошло из ряда вон выходящее событие. Среди бела дня помощница судьи Лучиной обнаружила свою начальницу мертвой. Кто-то ударил женщину по голове цветочным вазоном. От полученной травмы судья умерла. Наталья Федоровна Лучина работала в суде уже 15 лет, была на хорошем счету. Приговоры, которые она выносила, редко удавалось оспорить в апелляции. Когда стало известно о происшествии, на место прибыла не только следственно-оперативная группа под руководством следователя Краско, но и сам прокурор. Здание суда оцепили, а всех присутствующих задержали для дачи показаний. Однако поймать убийцу по горячим следам не удалось. Опрашивая помощницу судьи, Краско выяснил, что девушка последний раз видела свою начальницу живой минут за 40 до предполагаемого времени происшествия. Я пошла в зал пораньше. Да, часа в два. Я так всегда делаю. Она не пришла. Поэтому я вернулась сюда. А возле кабинета никого не видели? Но, может быть, вам показалось что-то необычное? Нет, нет. Я точно помню, коридор был пустой. Да. Сергей Николаевич, на минуточку. Ну, и что это? Это Сергей Николаевич, изумруд. Я его в вазоне нашел. Видите это пятнышко? Да, ну и что оно означает? Оно означает включение. Ага. Примесь какого-то другого минерала. Такого в подделке быть не может. У судьи из украшений были только небольшие золотые серьги. А судья носила украшения с камнями? Иногда, но очень редко. А вы? Я столько не зарабатываю. До середины 60-х в Советском Союзе в ювелирных украшениях использовали только натуральные драгоценные камни. Позволить себе серьги с изумрудами или кольцо с рубином могли единицы. Любительницами драгоценностей были актриса Зоя Федорова, певица Людмила Зыкина, дочь Брежнева Галина. Одна из брошей, которую ювелиры сделали по индивидуальному заказу дочери первого секретаря, стоила столько же, сколько новенькая «Волга». К началу 70-х в СССР был налажен выпуск украшений с камнями, выращенными в лабораторных условиях. В отличие от естественных, эти камни стоили в разы дешевле. Именно тогда цены на ювелирные изделия значительно упали. Теперь и простая советская труженица могла позволить себе подобное украшение. Здесь еще царапины на столе. Да-да-да. Совсем свежие. Странно. Их раньше здесь не было. Я просто перед уходом Наталье Федоровне кофе принесла. Здесь лежали бумаги. Я их убрала, ну, чтобы подставку под чашку положить. А цветы Наталья Федоровна сама любила поливать. Ну, хорошо. Можете пока идти. Спасибо. Есть отпечаток.
тоже что там. Когда в кабинете Лучиной появился прокурор города, следователь уже мог с уверенностью сказать, что в момент нападения потерпевшая находилась спиной к убийце, так как не уклонилась от удара. По утверждению судмедэксперта, рост нападавшего где-то 1,70-1,75 м. Удар был с замаха и пришелся точно по темени. Убитая судья была высокого роста. Вот если бы убийца был ниже, то, по мнению эксперта, удар бы пришелся на затылок. А если бы выше? Ну, а если выше, то кости черепа проломились бы прямо. А так они чуть сдвинулись назад, к затылку. Да, кстати, вот имеются две интересные царапины на столе. Пальчики отсняли? Да их тут много. А вот на вазоне пара есть. Будем проверять. И вот еще что. Отпечаток подошвы. Предположительно, мужской. Думаешь, убийца оставил? Тут документы валялись на полу. И на одном из них отпечатался след. Кстати, до нас в кабинет заходила только помощница. Ребята уже проверяют всех мужчин, находящихся в здании. Но пока хозяина следа обнаружить не удалось. Ты, Сергей Николаевич, смотри, не подведи меня. Мне оттуда уже звонили по этому делу. Сергей Николаевич, я там одного свидетеля нашел. Разрешите? Да, иди работай. Пошли. Один из работников милиции, который дежурил на проходной в суде, вспомнил приметного мужчину. Он торопливо покидал здание суда буквально за несколько минут до того, как раздался крик помощницы судьи. Ну, рассказывайте. Мне лицо его показалось знакомым. Меня как током шибануло. 2 недели назад он общался с Лучиной. Да так, что на ругань перешел. А поподробнее? Вы не понимаете, что делаете? Я не виноват. Это мне решать. Думаете, я его на вас управу не найду? Вы еще пожалеете, что со мной связались. Шанский, вы себе много позволяете. Эй, гражданин! Все в порядке. Товарищ Маршанский уже уходит. Приятного аппетита. Все? Так точно. Спасибо. Юра, слушай, накопай-ка ты мне все, что сможешь про этого Маршанского. Сделаем, Сергей Николаевич, сделаем. Ну вот и ладушки. Анатолий Валерьевич Маршанский оказался хирургом одной из городских больниц. В отношении мужчины расследовали уголовное дело за врачебную халатность. По его вине чуть не погиб пациент. Маршанский прописал ему лекарство, которое содержало пенициллин, хотя, по словам пациента, он сообщил врачу о своей аллергии на препарат. Материалы дела были уже переданы в суд. За последние 2 недели состоялось несколько заседаний. Следующее планировалось через 3 дня. Судьей по делу Маршанского была Лучина. А сам подсудимый все это время находился под подпиской о невыезде. Узнав об этом, следователь немедленно решил беседовать с Маршанским. На работе Маршанского не оказалось. Он уже 2 недели был в отпуске за свой счет. Но когда следователь с оперативниками приехали к нему домой, оказалось, что там его тоже нет. Краско решил побеседовать с женой Маршанского. Екатерина Максимовна, так что же все-таки произошло? Но пациент ведь остался жив. При чем здесь суд? Дело в том, что недавно совсем произошла такая ситуация. В больнице должны были назначить нового заведующего хирургическим отделением. Угу. Ну и мой Толя был подходящей кандидатурой. Но главврач видел другого человека на эту должность. И кого же? Своего зятя. Он начал плести интриги против Толи. Я уверена, что он пациента этого подкупил, чтобы тут Толю оклеветал. Юр, возьми показания. Да-да. Будьте любезны, еще раз фамилию главврача.
Неожиданно внимание следователя привлекла одна фотография. На ней, на пальце у Маршанского, был хорошо виден перстень с камнями той же формы, что и найденный в кабинете судьи. Это я Толе на юбилей подарила. В прошлом году было 15 лет, как он оперирует. Дорогое, наверное, колечко. Катя, что происходит? Кто это? Следователь прокуратуры Краско. Когда Маршанский рассматривал удостоверение следователя, Краско заметил, что на пальце мужчины перстня нет, а вот след от него остался. Значит, кольцо он снял недавно. Анатолий Валерьевич, а где ваш перстень? Мы вот с вашей женой только что о нем говорили. Чистку отдал. И вообще это не ваше дело. Да нет, гражданин Маршанский. Наше. А вам придется проехать с нами. Юра. Пройдемте. Прямо сейчас? Да-да, сейчас. Пройдемте. Всего доброго. Всего доброго. Когда Маршанского привезли в прокуратуру, первое, что сделал следователь, вызвал криминалиста. И тот в присутствии понятых сравнил отпечаток обуви, оставленной в кабинете судьи, с отпечатком обуви Маршанского. Как видите, они совпали. Рост мужчины был именно таким, каким, по заключению судмедэксперта, был рост убийцы. Я вам сотый раз повторяю, я не убивал Лучина. С трудом в это верю. Факты говорят обратное. Какие факты? Отпечаток от ботинка. Вы же не станете отрицать, что были в ее кабинете? Не отрицаю. Да, я был тот день в кабинете Лучина. Я видел ее труп, но я испугался и убежал. Послушайте, Маршанский, ну вам самому-то не кажется это объяснение, ну, по меньшей мере, странным? Зачем вы приходили к Лучиной? Я ей деньги принес. Какие деньги? По словам Маршанского, Лучина была взяточницей. Когда мужчина понял, что ему грозит 3 года с отстранением от занимаемой должности, он решил заплатить судье. Для хирурга 3 года без операции – это профессиональная смерть. Кошмар. А Лучина за взятку могла развалить дело. Не получается, гражданин Маршанский. У меня есть свидетели, которые и видели, и слышали, как вы угрожали Лучиной. Да, угрожал. Знаете, сколько эта стерва захотела? Сколько? Мне про Катин подарок пришлось продать. 4000 рублей. Я неплохо зарабатываю, но таких денег я не имел. И вы что думаете? Я поверю, что судья прямо у себя в кабинете. Пишите, кому вы продали свой перстень. Оперативники нашли перекупщика, которому Маршанский продал перстень. И вот тут следователя ждал сюрприз. Все камни на своих местах. Более того, отпечатки Маршанского не совпали ни с одним из образцов, найденных в квартире убитой. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что Маршанский не причастен к убийству Лучиной, следователь решил проверить, действительно ли судья брала взятки. Женщина, она была одинокая, ни мужа, ни детей, ни близких родственников, так что записать ни трудовые доходы, если они имелись, ни на кого не могла. Следователь предположил, что если судья действительно брала с подсудимых деньги, то они где-то должны были быть спрятаны. За судьей числилась небольшая дача и квартира в центре Ленинграда. Следователь отправил нескольких оперативников осмотреть дачу, а сам с группой прибыл на квартиру Лучиной. Судья жила не бедно. Хорошая мебель, дорогая одежда, несколько шуб, золотые украшения. Но для одинокой женщины с хорошей зарплатой и высоким статусом дело понятное. Никаких тайников с деньгами дома у Лучиной не нашли. Юрок, посмотри, какая шубейка.
Ого, да тут моя полугодовая зарплата. Ванная и коридор чистые. Ладно, давайте сворачиваться. Может, с дачей повезет? Может, может. Все, Юр, пошли. Товарищи понятые, вам спасибо. Можете быть свободны. Сергей Николаевич. Что там? Сейчас. Что там? Опаньки. Ага. Ой-ой. Сергей Николаевич, здесь еще блокнот. А ну давай сюда. Ну, надо же, какая зараза. А еще честно и прикидывалась. Так, попрошу понятых не комментировать. Присаживайтесь пока. Ну ты посмотри. Все записи зашифрованы. Туфли. Ит. Ком. Шуб. Срок. Ком. Погодите, погодите-ка. Ком. Комиссионка. Это Сурок? Она самая. Ну точно. Комиссионка. Следователь предположил, что Лучина брала взятки не только деньгами, но и дорогими вещами. Поэтому и записывала их в тот же блокнот, где фиксировала суммы нелегальных поступлений. Ну, а этот Сурок, я тоже думаю, не на трудовые куплен. Ладно, давайте оформлять. В собственном кабинете найдена убитая судья Наталья Лучина. Женщина погибла от сильного удара цветочным горшком по голове. На месте преступления найден драгоценный камень, след от мужского ботинка и странные царапины на рабочем столе. Следствие выходит на Анатолия Маршанского. Его дело вела судья Лучина. След обуви полностью совпал с оттиском его ботинка. Мужчина признался, в тот день он был в кабинете судьи, принес взятку, но Наталья была уже мертва. В квартире Лучиной сыщики находят крупную сумму, блокнот с записями о нелегальных доходах и шубу из сурка, купленную в комиссионном магазине. Находка в квартире Лучиной подтвердила слова Маршанского. Судья была взяточницей. Суммы получала немалые. После подсчета оказалось, что в тайнике Лучиной хранилось около 200 тысяч рублей. В блокноте судья отмечала только суммы. Никаких дат, ни номеров телефонов, ни номеров дел, ни фамилий в нем не значилось. Единственная надпись, которая давала хоть какую-то зацепку, была такой: «Шуба из сурка». Она была последней в блокноте. Чтобы проверить предположение о том, что с Лучиной рассчитывались дорогими вещами, следователь Краско отправился в комиссионку. Ее номер значился на бирке шубы. Комиссионный номер 3. День добрый. Добрый день. Следователь прокуратуры Краско. А что, что-нибудь случилось? Скажите, пожалуйста, вы знаете эту женщину? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Да, она бывала у нас. А поподробнее? Ну, она, как правило, мерила, но ничего не покупала. А когда она была последний раз? Может, месяц тому назад. Да, точно. Тогда еще случай такой неприятный произошел. Какой? Ну, вот эта женщина зашла к нам днем. Так. Шубку из сурка померила, потом сняла и ушла. В тот же день пришла другая покупательница. Ей приглянулась шуба, которую ранее примеряла судья. Но директор комиссионки не дал ее продать.
я прошу прощения, гражданочка, эта шуба не продается. Как не продается? Когда женщине сказали, что она не может купить шубу, она стала кричать, что будет жаловаться. Почему проданный товар висит в торговом зале? Почему? Понимаете, просто покупатель отошел и попросил ее завернуть. Но я здесь меряю и нахожусь одна, и никого здесь не было больше. Послушайте, если вас не устраивает наше обслуживание, у нас есть жалобная книга. А шубу придется снять, она не продается. Ради бога, извините, мы подберем вам другую шубу. Руки уберите. Аферисты, я знаю, что вы прячете товар, а потом забираете его себе за бесценок. А вы будьте, пожалуйста, повнимательнее в следующий раз. Мне еще так от Георгия Павловича тогда влетело. Скажите, а у вас в магазине она мерила итальянские туфли и венгерское пальто? Да, мерила. Кстати, эти вещи Георгий Павлович тоже забрал. Ну, я потом их задним числом пробивала. Мне надо переговорить с вашим директором. Так нет его. Он что, на обеде? Умер. Выяснилось, что Георгия Розова 5 дней назад нашли мертвым в собственной ванной с перерезанными венами. По предварительному заключению, самоубийство. Мотив для этого у Розова был. Он не смог пережить смерть своей маленькой дочери. Георгий Розов был в разводе. Краско выяснил, что директор комиссионки и его жена Мария разводились через суд. Судьей была Лучина. Но вот за что Розов мог платить судье? На этот вопрос у следователя пока ответа не было. Кроме того, Краско хотел знать подробности самоубийства директора комиссионки, так как тот свел счеты с жизнью накануне убийства Лучиной, 17 сентября. Да. День добрый. Добрый. Это вы выезжали на труп 17 числа, мужчина вскрыл вены. Проходите, пожалуйста. Болотов Федор Федорович. Краско Сергей Николаевич. Присаживайтесь. Благодарю. Да, я выезжал на труп. Розов Георгий Павлович. Да-да. Ничего интересного, банальный суицид. Мужик напился, до вены вскрыл. А вас ничто не насторожило? Ну вот смотрите сами. Кроме порезов, аккуратные, продольные, точно по вене, телесных повреждений не обнаружено. И причина была смерть дочери. На одном из фото следователь заметил на теле покойного две короткие параллельные царапины, близко расположенные друг к другу. Они очень напоминали те, что обнаружил криминалист на столе в кабинете Лучиной. Здесь еще царапины на столе. Да, да. Совсем свежие. А как по-вашему, откуда они взялись? Мужик пьяный был. Наверное, где-то об косяк тиранулся. Каким таким образом? Он что, ходил с поднятыми вверх руками? Ну, этого я не знаю. Мало ли что у пьяного на уме. А я бы на вашем месте задался этим вопросом. Если вас не устраивает моя экспертиза, можете назначить повторную. Находка в виде одинаковых царапин в двух совершенно непохожих случаях могла дать делу Лучиной неожиданный поворот. Когда эксперты подтвердили, что царапины имеют схожий рисунок, следователь внимательно изучил заключение о причинах смерти и обнаружил, что царапины на теле Розова были свежими. Они появились либо незадолго до, либо сразу после смерти. Но вот осмотр косяков в квартире покойного и других выступающих частей мебели, о которые мог поцарапаться мужчина, ни при первой экспертизе, ни при повторной результатов не дал. Кроме того, Розов был сильно пьян, а порезы на его запястьях описывались как аккуратные и продольные, четко по вене. И самое главное, некоторые отпечатки из квартиры Розова совпали с теми, что были найдены на осколках вазона в кабинете убитой судьи. Кто мог желать смерти Лучиной и Розову? Единственное, что их связывало, это дело о разводе. Ознакомиться с материалами дела следователю не удалось. Оказалось, что оно находится в Москве на кассации.
Подробности дела о разводе Розова знал адвокат его жены. Следователь решил поговорить с ним. Оказалось, что адвокат Марии Розовой – старый знакомый следователя. Что ты хотел знать? Ну, для начала причину развода. Причиной оказалась неверность Марии. И когда Розов об этом узнал, он стал требовать не только развода, а чтобы дочка осталась с ним. Странно. Обычно ребенка всегда оставляют с матерью. Обычно да. Адвокат признался, что не сомневался в том, что ребенка оставят с матерью. Отличная мать. А вот Розов оказался никудышным отцом. Значит, тебя тоже удивило решение Лучиной? Очень. А как Мария на это реагировала? Ну, может быть, угрожала судье? Да нет, она больше на мужа нападала. Судебной властью РСФСР, с учетом всех сказанных выше данных, суд выносит свое решение. Оставить ребенка отцу Розову Георгию Павловичу. Заседание окончено. Мерзавец, ты же погубишь ребенка. А надо было об этом раньше думать, когда налево ходила. У меня же кроме нее никого нет. У тебя есть любовник. Подлец. Ненавижу тебя! Она больше мужа проклинала и, как выяснилось, было за что. А что случилось? Роза взяла ребенка на рыбалку. Угу. Не доглядел. Ребенок утонул. Да ты что? Вот это поворот. Причем случилось это за несколько дней до слушания дела в кассации. Подожди. Так что выходит... И апелляцию Мария проиграла? К сожалению, да. Слушай, а ты не думал, что Розов мог дать взятку Лучиной? Доказательств у меня нету. Хотя был один странный случай. И какой же? Адвокат признался, что вначале апелляцию должен был рассматривать один судья, его хороший знакомый. Но в день суда выяснилось, что судью поменяли. И накануне я видел Лучину возле апелляционного суда, причем не одну. Адвокат рассказал, как за день до суда видел в сквере судью Лучину. Она о чем-то говорила с коллегой. Вначале адвокат не придал этому значения. Лишь потом, когда увидел этого судью в зале, понял, что, возможно, именно Лучина приложила руку к замене судьи. Все в порядке, значит, поменяемся. А ты Марии рассказывала об этом? Нет, это всего лишь мои догадки. Общалась ли Мария с Лучиной напрямую? Мне это неизвестно. Я не думаю. Адвокат лишь подтвердил подозрения следователя. Розов, скорее всего, заплатил судье Лучиной за то, чтобы его дочь после развода осталась с ним. От соседей Розова следователь узнал, после развода мать часто приходила увидеть дочь, но все визиты заканчивались скандалами. Розов не давал общаться с ребенком. Следователь решил встретиться с бывшей женой Розова Марией. Да-да. Да-да, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Прошу, присаживайтесь. Какие красивые у вас часики. Это изумруды? Давайте по существу. Ну, хорошо. Скажите, когда вы видели вашего бывшего мужа в последний раз? На похоронах дочери, 9 сентября. И больше вы с ним не встречались? Нет, а почему вы спрашиваете? Но видите ли, я расследую убийство судьи Лучиной и вероятное убийство вашего мужа. Странно. Я думала, он руки на себя наложил. А он способен на это? Вы знаете, я беседовал со знакомыми вашего мужа, и они в один голос утверждают, что Розов был довольно жизнелюбивым человеком. Но это же из-за него погибла Ирочка. Он, конечно, был плохой отец, но все-таки он был отец. Да. Ирочка. Успокойтесь.
Значит, самоубийство вашего мужа вас не удивило. В собственном кабинете найдена убитая судья Наталья Лучина. Женщина погибла от сильного удара цветочным горшком по голове. На месте преступления найден драгоценный камень, след от мужского ботинка и странные царапины на рабочем столе. Следователь выясняет, что полгода назад погибшая судья вела дело о разводе Марии и Георгия Розовых. За взятку она приняла решение оставить маленькую дочь отцу, а не матери. Отец не доглядел за ребенком. Девочка утонула. За день до убийства Лучиной Розов наложил на себя руки. Следователя насторожил характер ран самоубийцы, а еще странные царапины на его теле. Значит, самоубийство вашего мужа вас не удивило? Я об этом даже не думала. Я постоянно думала и думаю о дочери, о ее смерти. И о том, что у меня никогда больше не будет детей. Да. А почему вы развелись? Жора не мог простить мне измену. Он Иру-то отобрал только потому, чтобы сделать мне больно. Вот к чему это вся злоба привела. Да, да. А вы с Лучиной не встречались напрямую? Нет. Я видела ее только в суде. Вы понимаете, я разговаривал с вашим адвокатом, и он считает решение Лучиной, ну, довольно странным. Хотя апелляция его подтвердила. А вот вы, вам оно странно. Не показалось? Что вы имеете в виду? Ну, не знаю. Может быть, судьи были предвзяты. А какая теперь уже разница? Да, действительно. Ну, хорошо. Давайте ваш пропуск я подпишу. Пожалуйста. Ничего, ничего страшного. Пожалуйста. Так, ничего, ничего, ничего страшного, я сам, сам. Идите, пожалуйста. Когда следователь собрался вытереть пролитую Марией воду, он заметил на поверхности стола несколько мелких царапин. Этот рисунок был следователю знаком. Он его видел дважды. В кабинете у Лучиной и на теле Розова. Остановитесь! Я думала, мы закончили. Боюсь, нам придется продолжить. Простите, у меня очень много дел. Давайте в следующий раз. Прошу вас, пройдем. Вы не имеете права. Какие у вас интересные часики. Везде оставляю свой след. Прошу. Царапины, которые обнаружили в кабинете убитой Лучиной и на теле Розова, так же, как и на столе следователя, оставили эти золотые часы, украшенные несколькими изумрудами. Два камня на них выступали немного больше остальных, из-за этого оставались царапины. Надо сказать, что такие часы были редкими, выпускали их в Ереване. Завод художественных часов с экзотическим названием «Наири» выпускал золотые корпусы для «Зари» и «Чайки». Но была у завода и своя уникальная продукция – женские часы в виде золотых браслетов, которые в народе называли «крабиками». Эти часы были украшены драгоценными камнями. Купить их считалось большой удачей. И не только из-за высокой цены. Практически вся продукция «Наири» шла на экспорт или увозилась на международные выставки. Исключение составляли лишь небольшие партии, которые продавали непосредственно в магазине завода. Помните, в кабинете Лучиной нашли изумруд. По форме он в точности напоминал камни на этих часах. Но вроде бы все камни на часах Марии Розовой были на месте. Когда же криминалист проверил их, оказалось, что вместо одного из драгоценных камней вклеена подделка. И совсем недавно. Следы клея еще не успели запылиться.
Рост Марии также подходил под рост предполагаемого убийцы – 1,72 м. Но самое главное, отпечатки Марии Розовой совпали с теми, что были найдены на осколках цветочного вазона в кабинете судьи, а потом и в квартире Розова. У следователя не было сомнений. Женщина причастна к двум смертям. Счастье, позвольте. Мария Сергеевна, а где вы камешек-то потеряли? Молчите. Ну хорошо, тогда я вам расскажу. Следователь объяснил Марии, что у него есть все основания подозревать ее в причастности к убийству ее бывшего мужа и судьи Лучиной. Вот эти вот царапины ваши часики оставили на теле вашего мужа 17 сентября. А вы мне сказали, что видели его в последний раз 9-го. Мария Сергеевна, я советую вам сотрудничать со следствием. У меня есть камешек от ваших часов, царапины от них же, ваши отпечатки, плюс очень крепкий мотив. Сейчас я вам даю шанс на чистосердечное. Потом будет поздно. Я не хотела, чтобы все так вышло. Понимая, что у следователя на руках достаточно доказательств, женщина решила признаться и объяснить, что ее подтолкнуло на преступление. Когда я поняла, что проиграла апелляцию, то моляла Жору, чтобы он вернул мне Ирочку. Даже рассталась ради этого с мужчиной, которого любила. Но он все твердил, что мне нужно смириться, что если бы суд вынес другое решение, то он бы принял его. Сам дарил шубы этой гадине. Как вы об этом узнали? Он сам мне сказал. По словам Марии, она зашла к Розову на 9 дней дочери забрать ее вещи. Тот был пьяный. Стал обвинять женщину, что если бы не ее измена, девочка была бы жива. Это ты виноват. Я для тебя все делал. Я тебе хахаль понадобился. Вот тебя жизнь и наказал. Заткнись. Слушать тебя не могу. Ты послушай. Знаешь, мне нравилось смотреть, как ты пытаешься ее вернуть. Если б мог бы еще раз это представление бы оплатил. В смысле оплатил? А ты думаешь, мне дочку просто так отдали? Мне судья ее за шубы заморские. За пару сотен. Гад! Ненавижу тебя, чтоб ты сдох! Лучше б ты тогда утонул на этой чертовой рыбалке! Сама виноват. Мария призналась, что вначале хотела ударить Розова чем-то тяжелым, но он был уже достаточно пьян. Тогда она решила подождать, пока он напьется до потери сознания. Потом я раздела его и затащила в ванну. Он даже не вздрогнул, когда я перерезала ему вены. Как такое возможно? Возможно. До свадьбы я работала медсестрой. Поэтому хорошо знаю, что если тело поместить в достаточно теплую воду, мышцы расслабляются. Главное... правильно сделать разрез по венам и не задеть сухожилия. Тогда и трезвому это будет не слишком больно, а пьяному и подавно. Ну, хорошо. А Лучина?
Ее вы тоже не хотели убивать? Нет. Я хотела, чтобы она всем обо всем рассказала. Вы ко мне? Не притворяйся, я все знаю. Если у вас ко мне дело, запишитесь на прием. Я сейчас занята. Взяточница. Это о чем? О том, что суд по моему делу был куплен. И ты либо сама расскажешь об этом всем, либо это сделаю я. Да кто тебе поверит? Ты посмотри на себя. Сумасшедшая женщина, которая потеряла ребенка. Не надо было гулять от мужа, деточка. Завидуешь? Так, может, и хорошо, что так обернулось? Ведь у меня в кассации связей нет. Были чудовищами. Это же они виноваты в том, что Ирочки больше нет. А почему вы от часов-то не избавились? Не смогла. 2 года тому назад мы с дочкой были в Ереване. Там увидели эти часики. Я решила купить там, ну, пускай по наследству переходит. А Ирочка еще тогда прочитала и сказала, что смотри, часики зовут точно так же, как меня. Подождите. Ну, кажется, вашу дочь Ириной звали. Наира. Ира – это коротко. Да. Когда дело Марии Розовой передали в суд, все материалы о взятках Лучиной из дела были изъяты. Суд учел положение женщины и ее чистосердечное признание. Марию приговорили к 10 годам лишения свободы. Через год в колонии женщина заболела туберкулезом и умерла.